поселок Ольховатка. Здесь очень много гнезд аистов. Давайте вместе считать. Сейчас будет первое гнездо справа. Аист сидит на нем. Их больше 10 здесь. Где-то здесь второе. Вот впереди второе. Ольховатка находится на юге от Гусева. Примерно километров 10, может чуть больше. Какой красивый домик. Только крыша, конечно, из шифера ему не очень. Третье гнездо. Там еще одно было рядышком. Четвертое. Там пятое, да. Шестое. На трубе восьмое. Девятое, десятое. Впереди одиннадцатое. На столбе. Так, 12-е справа было. Тринадцать, 14 там вдалеке. Пишите в комментариях, видели вы где-нибудь больше гнезд. Так, по-моему, 14, да, было? Шестнадцать. Я насчитал 16 гнезд. Так что вот такой поселок Ольховатка.